Собираюсь в магазин за продуктами. И тут Агнюша наделал заказов, написали списочек. В общем, поехал. Точнее, пошел. Или может на машине мне поехать? Как считаете? Сейчас решим. Let's go. Решил все-таки поехать на машине, потому что собрался не в Магнит ближайший, а в Пятерочку. Там кое-какие продукты, которые нам нужны. Вот, поэтому заодно выгулю машину, а то она тут застоялась уже. Собак выгуливать можно, почему бы нельзя выгулить железного коня, да, своего. Смотрите, какой опять красивый закат. Такое желтое такое небо. У нас вообще Нижний Новгород называют столицей закатов. Как вот закончится, может быть, этот карантин когда-нибудь, я надеюсь. Съезжу на набережную, погуляю там, поснимаю красивые закаты. Так, ну что, поехали. Тут ехать всего километр, не больше. Ну, чисто так. Опа, покатиться машина, чтобы совсем не заржавела, да? И я, чтоб не отвык водить машину. Вот. Ну и вообще, чтобы не контактировать с людьми на улице. И мало ли, может, какие-нибудь менты будут ходить. Тоже лишний раз с ними встречаться. А лишние вопросы ни к чему. Хотя в нашем спальном районе, я думаю, ментов нет. У нас здесь такая... Все-таки, как, что не говорить, но я думаю, что они дежурят в основном на площадях, на крупных улицах, каких-то таких, где массовое скопление народа возможно. А в спальных районах я что-то не думаю, что они дежурят. Пишите в комментариях, если я ошибаюсь. Так, что тут у нас? Вот здесь у нас, могу сказать, православная гимназия имени святых Кирилла и Мефодия. И тут же храм находится при ней. В честь Тимофея, апостола Тимофея и мученицы Татьяны. Раньше здесь было заброшено здание какой-то фабрики, по-моему, ткацкой, что ли, если не ошибаюсь. А, нет, общежитие, по-моему, при этой фабрике. И, наверное, несколько десятилетий было такое заброшенное здание. Недавно вот им занялась епархия, восстановила. И открыли вот такую гимназию. Вот тут Пятерочка около нее. Дом пионеров называется вот эта остановка. Ну все, закупился. В магазине уже не стал снимать, потому что неудобно. Ну, все, поехал домой с покупками. Что-то как все потихонечку дорожает. Смотри, так уже ничего не купишь. 1600, 1700, вообще ничего не взял, по сути. Так, все, поехали. Зашла в гости сестра жены, принесла нам вот такие вот куличи. Она домашний кондитер, делает всякие вкусняшки. Вот такие три супер кулича. Будем пробовать. Ну, завтра, потому что сегодня еще пока суббота. Друзья, вот и наступила Пасха. Смотрим прямую трансляцию. Так, у меня чуть зависло. Из нашего храма, в честь иконы Божьей Матери Миления. На планшетах, смартфонах. Вот у Кати вот видно. Во истину воскресе! А где ж Христос воскресе? Воистину воскресе! Так. Тут правильно, потому что я экшен создаю. Вот, видишь, озарился весь храм светом, потому что Христос воскрес. Друзья, привет. Вот мы уже встретили Пасху.
А уже пошла вторая половина апреля. Самоизоляция наша продолжается. Сидим дома, выхожу в магазин раз в 3 дня где-то закупиться продуктами. Покупаю продуктов как можно больше. Ну, насколько могу нести. Работу дистанционно, так потихонечку. Дни текут одинаковые, похожие друг на друга. Вот у нас уже сегодня какое? 21 апреля. Вообще эти 3 недели апреля пролетели, ну как недели, наверное, очень быстро. Вчера с удивлением узнал, что Ленинский район Нижнего Новгорода, где мы проживаем, находится в лидерах по заболеваемости коронавирусом. Наш город Нижний Новгород входит в тройку уже после Москвы, Московской области. Мы перещеголяли даже Питер, вот, многие другие мегаполисы. Может быть, сказывается близость к Москве, скорее всего. Вот. А наш Ленинский район, вот, увы, отличился со знаком минус. Больше всего заболевших. По-моему, 109 человек, если не ошибаюсь. В некоторых районах при Окском там раза в 3 меньше. Вот так вот. Берегите себя. У нас за окном уже цветет береза. Видите, такие брунки распускаются. За окошком дождь. Погода сегодня такая похожа на осеннюю. Для второй половины апреля достаточно холодно. Вот так. Находясь постоянно дома, важно для профилактики гиподинамии выполнять физические упражнения, чтобы не превратиться в развалюху. Чем мы сейчас и займемся. Качалова, 3 рубля. У тебя есть 3 рубля, у тебя есть сигареты, у тебя есть теплый дом, где играет сытый джаз. Я даю тебе себя, я беру тебя за это. Я верну тебя, если кончится пластинка. Я даю тебе себя, это все, что у меня осталось. Это все, что я не смог продать. А не смотри, что это мало, не смотри, что это мало. Куча модного тренья, но прогуливый в костях. Потому что светофоры не живут без проводов. Я веду тебя в болото, где вода не замерзает. Потому что днем и ночью там горит священный торт. У тебя есть 3 рубля, у тебя есть сигареты, у
У тебя есть теплый дом, где играет сытый джаз.